Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Герберт Густав Шмальц, английский художник прерафаэлит, родился в Англии 1 июня 1856 года, Ньюкасл. В семье немецкого консула Густава Шмальца и его английской жены Маргарет Кармайл, старшей дочери художника Джеймса Уилсона Кармайла. Шмальц получил обычное образование в области живописи. Сначала в художественной школе Южного Кенсингтона, а затем в Королевской академии искусств, где учился у Фрэнка Дикси, Стенхола Форбса и Артура Хакера. Закончил обучение в Антверпене, Королевской академии изящных искусств. Я цитирую переводную Википедию. Данных не очень много, но вот все, что есть. После своего возвращения в Лондон он сделал себе имя как исторический живописец, на чей стиль оказали влияние прерафаэлиты и ориенталисты. В 1884 году он успешно выставил свою картину «Слишком поздно» в Королевской академии. После путешествия в Иерусалим в 1890 году он написал серию картин на темы Нового Завета. Одна из самых известных – это «Возвращение с Голгофы». После 1895 года Шмальц все чаще писал портрет. В 1900 году он провел большую персональную выставку под названием «Мечта прекрасной женщины» в Обществе изящных искусств на Бонд-стрит. Шмальц дружил с Уильямом Холманом Хантом, Вэлл Принципом и Фредериком Лейтоном. В 1918 году, после поражения Германии в Первой мировой войне, он принял девичью фамилию своей матери. Умер в возрасте 79 лет 24 ноября 1935 года в Лондоне. Но так вкратце, данных немного, данные из Википедии переводной о английском художнике прерафаэлите Герберт Густав Шмальц. Пока-пока, до свидания.